обещали приехать два интересных человека. Один наш специалист из центра «Мемориал», который является самым большим знатоком всей этой катастрофы под названием Катынь. Он должен быть вот, в ближайшее время. И советник польского посольства Хероним Грали, советник по культуре, который дал нам вот копии, которые мы сегодня будем смотреть. Он обещал подъехать, у него в 5 часов, мы с ним договорились о времени, все о месте. И как всегда, через 2 часа он мне перезвонил, говорит: слушай, у меня же, оказывается, лекция в 5 часов. Поэтому он сейчас читает лекцию в университете. Мы, в принципе, договорились так, что он может подъехать после лекции, поскольку от метро «Университет» до метро «Кропоткинская», в общем, это недолго. Вот. И он тоже может быть комментатором, участником дискуссии. Вот такой план. Я думаю, что мы еще подождем немножко, сейчас без трех. Мы 5-7 минут подождем. Вот, и, наверное, начнем смотреть, вот, значит, посмотрим фильм, а потом его обсудим, потом вопросы, дискуссии, позиции, точки зрения. Хотя пока еще есть время, могу его заполнить такой, у меня такие ассоциации. Вот когда-то в конце перестройки, в 90-м году, тогда была группа людей, которая настаивала на организации дискуссии внутри КПСС. И вот я был в их числе, и меня как-то позвали там довольно жестко так в один из райкомов партии в Москве и сказали: вот вы настаиваете на дискуссиях, вот видите, сколько народу, никто дискуссию не желает. Вот. Ну и мы довольно быстро пришли к выводу, что раз я желаю, а они не желают, значит, уже есть основания для дискуссии. Вот сейчас, то есть я доказываю, что дискуссия нужна, а мне многие доказывают, что она не нужна. Вот сегодня ситуация как бы зеркальная. Мне кажется, что обсуждать этот фильм, он очень такой тяжелый, это документальный фильм. Как бы спорить не о чем, это надо сделать частью своей исторической картины мира, запомнить, сделать выводы. Но думаю, что я не прав, потому что я вот вижу молодое лицо Алексея, и Алексей говорит, что он не согласен, у него другая позиция. И поскольку одним из эпиграфов нашего клуба является фраза «самая четкая позиция, самая свободная дискуссия», то мы действительно готовы дискутировать, обсуждать самые разные точки зрения, вплоть до точки зрения, что, собственно, не знаю, как скажет Алексей, что он не принимает этот фильм, он не согласен. Ну, есть, конечно, вещи, с которыми спорить нельзя, потому что это все факты, но оценка факта, трактовка может быть разная. Вот. Поэтому, наверное, мы еще немножко подойдем. Добрый день. Добрый день. Я просто считаю, что в условиях кризиса и вот этой ситуации, которая в мире складывается, нам необходимо было бы находить какие-то все-таки точки соприкосновения, чем точки, которые бы нас разводили по разных сторонам. Ну, я думаю, что нет смысла предвосхищать просмотр, посмотрим. С братским народом польским хотя бы соприкасаться. Что там с братским народом? Я боюсь, сейчас дискуссия начнется, и мы не будем смотреть фильм. Да, я виделся, конечно, мы с ними говорили, в общем, я хотел потом это обсудить. В принципе, ситуация такая, что он еще раз пообещал, что он все поддержит, но когда закончится катавасия, он мало того, что собираемся, вот еще можно сделать такую вещь, кто интересуется. Если вы хотите, я так понимаю, что часть людей здесь впервые, не понимаю, это точно. Тот, кто пришел первый раз, не интересуется тематикой клуба, проблематикой клуба.
Пожалуйста, напишите свои электронные адреса, но только так, чтобы это можно было прочитать, потому что иногда пишут так, что понять нельзя. Напишите свои координаты, и тогда мы будем вас приглашать на следующие наши встречи. Будем начать с того крыла. Кто -то хочет участвовать в других
говорить, конечно, очень сложно, но поскольку есть те, которые видели этот фильм, мы видели несколько раз, поэтому нам проще. Вот Александр Антонович Куприянов, сотрудник общества «Мемориал», он является специалистом по Катынской теме. Давайте, может быть, послушаем, он немножко нам комментирует, немножко расскажет. Уважаемые, я сейчас скажу, что я 15 лет назад звонил советнику по культуре, посольству Герониму Грали. Он обещает подъехать, он заканчивает лекцию в университете и приедет. Вы знаете, значит, прежде чем говорить о самой сути фильма, такой глубинной, об этом как-то трудно говорить сразу после этих кадров. Ну, даже мне, вот я, так сказать, его видел, не считая этого вашего здесь показа, я видел его 5 раз уже. Но я, так сказать, скажу о таких более простых вещах для начала. Значит, в этом фильме, который, ну, основан на событиях, которые действительно произошли, и тут очень много разных сюжетов переплетены, и сюжетов, которые сопровождают вот эту основную тему «Катынский расстрел». И, собственно, для того, чтобы понимать, чтобы понять все сцены, которые в этом фильме есть, ну, в общем, нужно знать немножко вот историю не только вот этого основного сюжета, основной темы Катынского расстрела, но и все вот другие сюжеты, которые там есть. И без этого знания, ну, которое естественным образом у российских зрителей, у большинства из них отсутствует, вот некоторые сцены остаются непонятыми. Вот лично мне это всегда очень обидно, что так происходит. Ну, значит, пересказать вот заново весь сценарий с пояснениями невозможно, но вот когда год назад общество «Мемориал» вместе с Польским культурным центром организовало первый такой публичный показ в Москве этого фильма, большой, в Центральном доме литераторов и в киноцентре, то тогда к этому показу мы специально подготовили, ну, вот такую вот справку, которая, собственно, фильму и не посвящена. Это вот именно описание вот всей этой фактографии. «Катынь. Хроника событий». Ну вот, конечно, было бы гораздо лучше, если бы вы, зрители, имели возможность, ну, смогли, скажем, фильм посмотреть, прочитав эту справку, тогда было бы многое понятно сразу. Но может быть, и сейчас после фильма, когда вы почитаете, там, не сейчас, а там в дальнейшем, то станет понятнее. Ну вот, собственно, вот я так примерно вот так, чтобы на каждого зрителя по одному экземпляру получилось, я привез. Спасибо. Ну вот, я не знаю, как дальше вы бы хотели построить вот это обсуждение. Ну, то есть я могу как-то что-то рассказать про эту фактографию, но, собственно, пересказ того, что уже есть в буклете, но не уверен, что есть такая необходимость, потому что все же основные
вот основные факты по истории вот этого Катынского дела, наверное, вам знакомы. Значит, ну могу что-то рассказать, а можем прямо, если у вас есть вопросы, то я готов прямо сразу ответить. Ну вот, как бы, ваше решение. Может быть, вопросы и сразу ответы. Я думаю, вот важная вещь, на которую стоит обратить, то здесь очень много всего важного, но почему эта тема актуальна? Она не решена, она, так сказать, остается как бы висящей в воздухе. Что не доделано? Вот скажите, пожалуйста. Хорошо. Значит, всем известно, что вплоть до 1990 года, официальные лица, официальные органы, Советский Союз, значит, отрицал свою ответственность за совершение этого расстрела. И, значит, и на разных уровнях, в том числе и на самом высоком, там уровне, скажем, Министерства иностранных дел, в течение всех этих десятилетий, прошедших после окончания войны, Советский Союз, значит, продвигал и настаивал на той версии, которая состояла в том, что польских офицеров, взятых в плен в 1939 году, расстреляли немцы в 1941 году, когда они захватили находившиеся тогда под Смоленском, якобы находившиеся под Смоленском, лагеря военнопленных, которые советское командование не сумело эвакуировать летом 1941 года, не сумело эвакуировать из-за стремительного наступления немецких войск. Вот эти лагеря попали в руки немцев, и немцы их всех расстреляли. Вот это была советская версия, которая и просуществовала, которая была официальной точкой зрения, значит, нашей страны вплоть до 90-го года. Эта версия возникла как ответ на обнаружение катынских могил, вы, наверное, знаете. Или про это тоже рассказать, что вот немцы в 43-м году известны. И тогда же немцы, так сказать, объявили, что вот эти офицеры, обнаруженные в Катыни, были расстреляны Советским Союзом. Значит, что произошло в 90-м году? В 90-м году был очень важный шаг сделан, который, значит, дался с большим трудом и после, так сказать, больших усилий разных людей. Шаг состоял в том, что советское руководство признало ответственность за расстрел польских офицеров. 13 апреля 90-го года, ровно в 47-ю годовщину объявления немцами об обнаружении этих могил, было опубликовано сообщение ТАСС. Как вы помните, вот в те времена сообщение ТАСС, вот такой жанр, его целью, его ролью этого такого жанра было, значит, объявить позицию официальную советского руководства. И вот в этом сообщении ТАСС было сказано, что расстрел польских офицеров — это дело рук Берии, Меркулова и их пособников. Стыдливо даже не было там в этом тексте упомянут НКВД и советские органы, но вот было сказано вот так, но дальше, так сказать, было сказано довольно важное такое утверждение, что вот этот расстрел является одним из тяжелейших преступлений сталинизма. Вот это, так сказать, поворотный момент в отношении нашей страны к Катынскому делу, то есть признание своей ответственности, своей вины в расстреле этих офицеров. Причем тогда в этом сообщении ТАСС уже было сказано, что речь идет не только о тех, чьи останки были обнаружены вот в катынских могилах,
а известно было, что там в Катыни лежат расстрелянные офицеры, которые содержались в одном из трех этих специальных офицерских лагерей, а именно в Козельском лагере. А что так, в этом же сообщении было сказано, что тогда же были расстреляны и военнопленные, которые содержались в двух других специальных лагерях, а именно в Старобельском лагере, это в Ворошиловградской области, ныне Луганской, и в Осташковском лагере, это значит, в тогдашней Калининской области. Так что вот, когда мы говорим вот Катынское дело, Катынское преступление, то тут надо понимать, что это такой собирательный термин. Ну вот, значит, вот это был, так сказать, первый такой поворотный момент. И второй шаг очень важный вот на этом пути был сделан в 92-м году, когда были обнародованы, когда было обнародовано решение Политбюро об этом расстреле. Вот в октябре 90-го года по решению Ельцина это, значит, постановление Политбюро было опубликовано, было передано польской стороне постановление Политбюро вместе с инициирующей, формально инициирующей это постановление докладной запиской Берии в ЦК Сталину. Вот записка тут у нас воспроизведена в этом буклете, прямо вот посерединке на развороте. И, собственно, благодаря тому, что... От какого года решение Политбюро? Решение Политбюро от 5 марта 40-го года. 5 марта 40-го года. И, собственно, отсюда мы узнали... Ну, Сталин умер 5 марта и считает, что это он был как бы судьбой своим наказом. Что, во-первых, значит, этот расстрел был совершен по решению высшего органа власти, так, в Советском Союзе. Коим являлось Политбюро тогда. Значит, сейчас, правда, некоторые пытаются это оспорить, утверждая, что Политбюро не было государственным органом, а всего лишь там, руководящим органом некой общественной организации. Союз филателистов. Значит, так из этого же постановления и этой записки Берии мы впервые узнали все, что не только военнопленные из этих трех специальных лагерей, где-то там 14,5 тысяч человек были расстреляны. Но по этому же постановлению в рамках той же самой операции были еще точно так же бессудно расстреляны арестованные, которые в качестве следственных, подследственных содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Ну не все тотально арестованные, но некоторые, так сказать, их категория. Тогда же был объявлен, обнародован не только это постановление Политбюро, но и ряд других документов более поздних, которые, значит, показывали отношение советского руководства к Катынской проблеме на протяжении вот всех этих лет, вплоть до 80-х годов прошлого века. И среди этих документов очень важной оказалась и поныне остается докладная записка председателя КГБ Шелепина первому секретарю ЦК Хрущеву от марта 59 года. Она важна, потому что в ней там ряд сведений об этой операции сообщается Хрущеву, и, значит, когда они стали обнародованы, то они стали известны и нам. То есть, во-первых, эта записка впервые является документом, который подтверждает связь именно между Катынскими могилами, этими, где останками расстрелянных Катыни и постановлением Политбюро, где прямо говорится, что вот, это, вот эти люди, они расстреляны по постановлению Политбюро 5 марта. Там же говорится именно о том, что другими жертвами этой операции по ликвидации стали военнопленные, которые содержались в Осташковском и Старобельском лагере. Вот таких вот, такой конкретизации в постановлении Политбюро не было, что вот расстрелять вот из этого лагеря. Вот поэтому она важна. Вообще-то, но целью записки было не, так сказать, сообщить Хрущеву про то, что, наверное, он и так знал, хотя надо сказать, что формально он не принимал участие тогда, в 40-м году, в этом решении. Целью было добиться от Хрущева согласия на уничтожение документов
персональных учетных дел этих военнопленных, которые вплоть до 59 года хранились в архиве КГБ. Вот формально записка, так сказать, именно это предлагала, и это просила, и это решение просила утвердить. Ну, по-видимому, так сказать, оно было исполнено даже с перевыполнением тогда, вот это уничтожение документов, потому что Шелепин предлагал вот эти личные дела военнопленных, учетные дела, уничтожить, но предлагал сохранить протоколы с тройки, которая формально выносила решение о расстреле. Вот, этим, если вы почитаете вот эту записку Берии 40-го года, и она же, эта записка, ее резолютивная часть превратилась дословно, прямо буковка в буковку, в текст постановления Политбюро, то там, значит, в этом постановлении сказано, что для решения дел этих военнопленных вот создается специальная тройка, только вот для решения дел вот этих военнопленных, польских военнопленных и польских арестованных. Ну, там в составе, прямо в состав персонально Политбюро определил, что там тройка должна состоять из Меркова, Кобова и Баштакова. Так вот, в 59 году Шелепин предлагал протоколы этой тройки, ну, где, собственно, которые, собственно, и означали вынесение приговора об этих военнопленных, все же сохранить, но похоже, что и тогда же, так сказать, Хрущев решил, что уж раз и дела, то заодно и протоколы тоже. И таким образом, значит, утверждается, что эти протоколы не сохранились, и их до сих пор нету. Ну вот, раз я упомянул про тройку, то надо сказать, что фактически получается, судя по результатам исследований историков, исследований вот тех документов, все же довольно большая часть документов сохранилась, других, которые вот хранились там не в архиве, какие-то документы сохранились. Получается, что на самом деле эта тройка, так сказать, ее роль была такой чисто формальной, что на самом деле она ничего не рассматривала. Впрочем, в самом постановлении уже это заложено, что, собственно, а какой вопрос тройки решать, потому что в постановлении сказано расстрелять всех. Значит, на самом деле, вот из этих там 14, из этих 15 тысяч военнопленных в этих трех лагерях, находившихся в 40-м году, из них расстреляли всех, кроме 395 человек. Так вот, значит, исследования историков показывают, что реально эта тройка рассматривала какие-то дела и выносила какое-то реальное решение в случае только тех, кто изначально руководством НКВД, значит, был назначен вот в кандидаты, чтобы их не расстреливали, был исключен из-под расстрела. Вот их действительно реально тройка вроде бы, так сказать, собиралась. А всех остальных, там процедура была такая, что первый спецотдел НКВД, это, значит, учетный спецотдел, он на основании материалов, которые поступали из управления по делам военнопленных и от, значит, НКВД Беларуси, Западной Беларуси и Западной Украины, где вот не военнопленные, а гражданские арестованные. Так вот, первый спецотдел составлял каждый список примерно на 100 человек. Списки предписания, значит, содержание такого, что вот начальник управления по делам военнопленных, значит, издавал распоряжение начальнику Козельского лагеря или начальнику Осташковского лагеря или Старобельского, что вот немедленно направьте в распоряжение начальника УНКВД, ну вот в случае Козельского лагеря, начальнику УНКВД по Смоленской области. В случае Осташковского лагеря начальнику НКВД по Калининской области. В случае Старобельского начальнику НКВД по Харьковской области. Немедленно направьте в распоряжение ниже следующих военнопленных, содержащихся там, в Козельском, Осташковском лагере. Ну, то есть фактически это и были эти самые предписания о направлении на расстрел.
И, собственно, дальше тройка, вот эта самая Меркулов, Капулов, Баштаков, она, по-видимому, так сказать, просто как бы визировала эти списки, не рассматривая их. То есть сохранились документы, какие-то служебные там записки, когда там Меркулов просит, чтобы переговорить об этом, переговорить об этом. Вот для, это касалось только этих 395 человек, которых не расстреляли. А можете сказать, в чем, так сказать, правовая нерешенность этой проблемы? Почему это сегодня остается актуальной, эта тема? Да, ну, значит, вот я тогда, значит, опять возвращусь к 92-му году, к 90-му, 92-му. Вот, так сказать, два очень важных шага тогда были сделаны. Значит, следующий очень важный шаг, который был сделан вот тогда, в первой половине 90-х годов, было заключено соглашение российско-польское и украинско-польское о строительстве, да, значит, ну вот тогда же, к 92-му году были обнаружены уже места захоронений расстрелянных военнопленных из двух других лагерей. Вот, в районе села Медное под Тверью, 30 километров, и на окраине Харькова. И вот были заключены соглашения о строительстве памятных, о строительстве мемориальных кладбищ там. И к 2000 году они были построены. Значит, что касается вот нынешней позиции и в правовом отношении, официальной позиции, значит, руководства нашей страны, то тут ситуация такая, что эта официальная позиция руководства нашей страны ни разу не была внятна, и даже не внятна, ни разу не была произнесена, ни разу не была объявлена, вот, четко сформулирована. Мы можем о ней только гадать и пытаться ее реконструировать, и оказывается, что ее удается довольно достоверно, но именно реконструировать. На каком основании? На основании, прежде всего, различных вот, судебных актов, откуда взялись судебные акты, сейчас я скажу. Ну и в частности, скажем, на основании, вот сам такой был источник очень важный, это была пресс-конференция главного военного прокурора Савенкова в марте 2005 года, 4 года назад, где, так сказать, он сделал ряд вот, заявлений и утверждений, собственно, из которых, на основании которых и стала вырисовываться эта самая официальная позиция, которая затем была, значит, развита и дополнена вот до нынешнего состояния. Значит, во-первых, Савенков на этой пресс-конференции объявил, что, что расследование дела прекращается за смертью виновных. Было прекращено уже за полгода до этой пресс-конференции. Российское расследование, значит, было, дело было возбуждено в 90-м году и формально было прекращено в сентябре 94-го года. Значит, в тот момент... Есть вообще такое положение в кодексе, а если виновники живы, то их уже не наказывают, раз виновные пострадали, и все? Ну, значит, вот официальная... Те, кто все это устроил, официальная формулировка была за смертью виновных. Вот в чем. Виновные. Дело прекращено за смертью виновных. За смертью виновных. Значит, его тут же тогда Савенкова спросили, ну хорошо, тогда огласите список, кто виновен. Значит, и тут он сделал, так сказать, первое из шокирующих заявлений. Савенков сказал, что вообще-то, значит, дело состоит, материалы дела состоят из 183 томов. Из этих 183 томов 116, значит, на них гриф «секретно» или «для служебного пользования». И в частности, значит, засекречено постановление о прекращении дела. Беспрецедентный совершенно факт. И говорит, список виновных, вот он в постановлении о прекращении дела, но поскольку оно засекречено, то не может быть объявлен список лиц, признанных виновными. Ну, на самом деле, значит, как раз кто признан виновными в этом постановлении, тоже удается реконструировать. Во-первых, на основании наших запросов мемориала, которые мы после этого стали посылать в главную военную прокуратуру, и во-вторых, на основании сведений, которые, значит, проникли каким-то образом, ну, понятно, каким, в эти самые судебные акты. И ситуация такая, что виновными, согласно официальному ответу главной военной прокуратуры,
и официально признаны ряд руководящих ряд должностных лиц из состава руководства НКВД. Причем, значит, их деяния квалифицируются по статье 193.17, пункт 2 Уголовного кодекса, действовавшего в 1940 году. То есть это кодекс, принятый в 26 году, который вступил в действие с 1 января 27 года. Значит, поначалу они говорили только про эту статью, значит, и не говорили, что речь идет о руководстве НКВД. Просто ряд, значит, лиц, ряд высших должностных лиц, ряд этих самых должностных лиц. Ну, значит, статья, которую тогда же уже назвали, в 2005 году, значит, это статья об ответственности за превышение власти лицами начальствующего состава рабоче-крестьянской Красной Армии. Ну, то есть, во-первых, сам расстрел квалифицирован как превышение власти, и, во-вторых, из этой квалификации следует, что только военнослужащие признаны виновными. Таким образом, значит, из этого сразу стало ясно, что Главная военная прокуратура не считает виновными членов Политбюро, которые приняли это решение, вот чьи подписи вот в этом буклете здесь воспроизведены прямо на этой записке Гери. Подписи там и отметки о том, что кто-то заочно, так сказать, сообщил о своем согласии. Потому что из этих шестерых членов Политбюро в 1940 году, значит, это кто это? Значит, Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян, Калинин, Каганович. Из них военнослужащим был только один Ворошилов. Так? Остальные все были штатскими, к ним нельзя применить этот самый, эту статью 193.17. Но потом, вот уже, вот, так сказать, прошлой осенью появилось уточнение со стороны Главной военной прокуратуры. Эти уточнения, я как говорю, мы отлавливаем из разных судебных постановлений, потому что они приносят на суд какие-то свои справки, и там уже говорится ряд высших должностных лиц, значит, НКВД, признаны виновными. Значит, раз высших должностных лиц, то это значит, что исключены из состава виновных также все, значит, организаторы и исполнители, рядовые и не совсем рядовые. Это как бы то, что я до сих пор говорю, это основано на официальных документах, которые я там могу предъявить. А из, значит, некоторых неофициальных утечек, вот, где я, так сказать, ничего предъявить не могу на бумаге, но, так сказать, знаю со слов, то, там, через третьи руки, от людей, которые, значит, которые получили сведения в Главной военной прокуратуре, что на самом деле в этом постановлении круг лиц, признанных виновными, это 4 человека всего. Вот из этой цифры, если она соответствует действительности, то тут же, так сказать, однозначно следует и персональный состав этой четверки. Что это вот Берия и это самая тройка, Меркулов, Кабулов, Баштаков. Больше, так сказать, подобрать иначе эту четверку невозможно. Вот, то есть все... Значит, если говорить о правовом состоянии в настоящий момент, то первая проблема – это квалификация. Вот квалификация по этой самой статье, то есть как общее уголовное преступление. Почему квалификация важна? Ну вот буквально два месяца тому назад нам продемонстрировали, так сказать, какая польза от этой квалификации. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации, значит, рассматривала кассационную жалобу адвокатов Ставицкого и Карпинского, которые представляют интересы семей 10 расстрелянных военнопленных. Троих как раз из Катыни, из Козельского лагеря, по-моему, троих из Старовельского лагеря и четверых из Осташковского лагеря. Значит, ну, вот эти родственники, которые уполномочили вот двух российских замечательных адвокатов молодых, Ставицкого и Карпинского, они добиваются, во-первых, признания вот их расстрелянных близких жертвами политических репрессий в соответствии с действующим российским законом о реабилитации жертв политических репрессий.
И, во-вторых, они добиваются признания статуса пострадавших себе, для того, чтобы они могли стать сторонами в деле. Для того, что, и в частности, значит, они добиваются, и добиваются отмены постановления о прекращении расследования дела. И вот, значит, военная коллегия Верховного суда, рассматривая в порядке кассации, то есть уже первой инстанцией был Московский окружной военный суд, который отклонил вот это заявление, то военная коллегия Верховного суда, она подтвердила решение этого Московского окружного военного суда, но, значит, добавила ему обоснование. Какое обоснование? Невозможно сейчас возобновить расследование, потому что срок давности на это преступление истек. Вот, я там был и сидел, и, так сказать, слушал, не веря своим глазам. Значит, военная коллегия посвятила много места для того вопросу о сроке давности. И, значит, потому что срок давности в том самом уголовном кодексе 40-го года, он там, значит, ему посвящена целая статья того кодекса номер 14, где рассмотрены разные случаи, где сроки давности для разных преступлений разные. Там есть, так сказать, и 3 года срок давности, и 5 лет, ну вот для тяжелых преступлений 10 лет срок давности. Но в той статье, значит, написано, а вот если преступление контрреволюционное, а к контрреволюционным относятся все статьи, которые начинаются с 58 номера, 58.1а и аж до 58.14, то тогда вопрос о сроке давности должен решить суд, который рассматривает преступление. И вот, значит, в 2009 году военная коллегия Верховного суда Российской Федерации на полном серьезе, так сказать, рассматривала вопрос, вот можно ли считать это преступление контрреволюционным или нет. И решила, ну вот есть у нас квалификация от главной военной прокуратуры, статья 193.17, значит, это никакое не контрреволюционное, не 58-я. А раз так, то мы можем спокойно, значит, сами снять с себя необходимость, значит, решать вопрос о сроке давности и решить, что вот тут, что для этого случая 10 лет. И раз так, то мы, значит, отказываем в требовании, которое в заявлении, в требовании возобновить расследование. Так, значит, вот первая проблема — это проблема квалификации, юридической квалификации всего этого дела. Значит, вторая проблема, которую вот очень плотно мемориал занялся, это проблема реабилитации жертв. Вот мы считаем, в частности, что совершенно необходимо, чтобы все расстрелянные военнопленные были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы по действующему закону российскому. И признаны персонально. То есть по фамилии, по отчеству, имени, отчеству, каждый из них. И еще в 2005 году главная военная прокуратура вроде бы не отказывала в такой реабилитации. А сейчас дела сохранились по поводу персонажей? Сейчас скажу. Значит, что по поводу персонажей сохранилось, сейчас скажу. Еще один вопрос по ходу. Можно, если это не мешает слушать. Вот, а что сделали в Германии? Ведь немцы тоже уничтожали поляков. Ведь там же нет поименной реабилитации. Там режим признан преступным. А здесь пытаются... Нет, сейчас я, значит, про Германию я знаю плохо. Так что, значит, если позволите, то я дальше, значит, скажу про эту нашу реабилитацию. Мы взяли, значит, 16 человек в качестве пилотной группы. Нет, тут есть люди, как бы, наши и не наши, они же все, как бы, жертвы, да? Все поляки. Нет, я наши имею в виду... Германия погибла. Нет, я имею в виду... Я плохо знаю, как эта проблема, как обстоят дела с этой проблемой в Германии. Тут не очень хорошо знаю. Значит, вот мемориал еще, так сказать, за год до Ставицкого и Карпинского подал заявление о реабилитации 16 человек. Родственники нам написали, но закон дает право не только, значит, прямым пострадавшим и их родственникам, но в принципе любому лицу, любой организации право подать заявление о реабилитации. И тут, значит, началось с того, что, во-первых, главная военная прокуратура после, так сказать, довольно длительной с нами переписки модифицировала тоже свою позицию, которая в конце концов она выработала так, что, значит, мы не можем принять решение ни о реабилитации, ни об отказе от реабилитации.
не можем рассмотреть вопрос по существу, отказалась рассмотреть вопрос по существу, ссылаясь на отсутствие персональных, на отсутствие, сначала ссылаясь на отсутствие уголовных дел, а затем ссылаясь на отсутствие не только уголовных дел, но и вообще любых документальных сведений. Значит, поскольку этот ответ абсолютно противоречит закону, потому что закон о реабилитации, во-первых, не требует для процедуры реабилитации, не требует наличия уголовных дел, раз, и даже не требует подтверждения факта уголовного преследования, два. Потому что, значит, как известно, в период советских репрессий массовых довольно большое число людей были репрессированы без всякого уголовного, без возбуждения формального уголовных дел и без всей процедуры уголовного преследования. И закон о реабилитации, поэтому в нем не содержится такое требование, наличие уголовных дел. Это раз. Во-вторых, закон о реабилитации довольно четко обязывает прокуратуру, что она должна сделать при поступлении заявления о реабилитации. А именно, она должна либо, значит, проверить имеющиеся материалы и данные, и либо выдать справку о реабилитации, либо при отсутствии оснований, если она посчитает, что нет оснований реабилитировать, то прокуратура обязана составить заключение об отказе в реабилитации, и это заключение прокуратура обязана отправить в суд, который это заключение должен окончательно утвердить, ну, или отбросить. При этом, значит, закон вот так странно сконструирован, что заявитель, который подал заявление о реабилитации, не имеет возможности сам инициировать судебное рассмотрение отказа в реабилитации. Так, то есть это... Эту возможность имеет только прокуратура, но согласно закону для прокуратуры это не только возможность, но и обязанность. И вот когда мы получили такие ответы, то мы стали эти ответы об отказе в рассмотрении по существу обжаловать в суде. У нас ушло, скажу вам, почти 2 года на то, чтобы суды приняли наши заявления, наши жалобы на прокуратуру, чтобы приняли к рассмотрению. Первое решение судов было вообще отказ в рассмотрении. Значит, там всякие кассации, ну и довольно неожиданно третья инстанция российская в порядке надзора. Президиум Мосгорсуда, значит, признал, и вот мы спустя 2 года, вот сейчас состоялись рассмотрения наших жалоб на главную военную прокуратуру по существу. Николая II лет 7 реабилитировали, пока да. Что-то Верховному суду. Оно состоялось рассмотрение по существу в Хамовническом суде, который, так сказать, нынче у всех на слуху, не из-за нашего дела. И, значит, все наши эти заявления с обжалованием, с жалобами на главную военную прокуратуру также были отклонены. Причем, значит, главное основание, то суд, так сказать, послушно в своих решениях штампует аргументацию прокуратуры. Аргументация такая, что, во-первых, уголовных дел нету, и, во-вторых, значит, прокуратура отказывается признать жертвами этого расстрела конкретных людей по фамилии, имени и отчеству. Отказывается признать, что вот данный человек, вот там, Станислав Карнковский, что он был расстрелян, вот, что он действительно был расстрелян. То есть позиция нашей страны официальная сейчас сводится к тому, что мы, значит, не делаем никаких шагов назад по сравнению с 92-м годом. То есть не отказываемся от признания своей ответственности за расстрел, от того, что это сделали мы. Так? Но, значит, мы стремимся, во-первых, как бы банализировать юридическую квалификацию, то есть объявить это общеуголовным преступлением, превышением власти. Так? Причем, значит, превышением власти не тех людей, которые реально этой властью обладали, а вот каких-то вот этих самых исполнителей, то есть, ну вот их самодеятельность. Вот, до генерал-майора. Ребята перестарались. Нет, даже не до генерал-майора, так сказать, а вот, там, пожалуйста, там Сапруненко, Токарев, так сказать, были, тогда еще генеральских званий в НКВД не было, значит, они, у них были звания, которые этому соответствовали, но они, значит, не считаются. Там Токарев, Сапруненко — это отдельный вопрос. Значит, вот банализировать, объявить это общеуголовным преступлением, и, во-вторых, вот всячески отказываются
что жертвами стала вот эта самая масса, 22 тысячи польских граждан. Но вот в глазах руководства главной военной прокуратуры это такая анонимная масса. То есть вот наотрез отказываются признать конкретных людей жертвами этого преступления. Ну вот, значит, вот к этому сейчас сводится эта самая позиция. Значит, что касается судебных усилий, все... А можно вопрос уточнения? Здесь уже рассказывалось было о германском опыте. Может, действительно там каких-то персональных дел нет? Из этих 14 тысяч загубленных и 22 тысяч польских офицеров, на самом деле, может, действительно всех признать жертвами той системы, да? И значит, тогда будет такие... это проще. Да, и проще, такие... и по-человечески быстрее. А то были мы еще сто лет будем топтаться на этом месте. Были такие, может, значит, идеи. Даже, значит, я знаю, что даже в главной военной прокуратуре в первой половине 90-х годов такая идея выдвигалась. И в чем дело, почему? Закон о реабилитации не пред... В законе о реабилитации он не предусматривает такой возможности, такой массовой реабилитации анонимных людей. То есть это тупиковый пробел какой-то, да? Ну, можно и так считать, понимаете? Секундочку, знаете, у меня тогда вопрос, вот как... Нет, но был один вопрос повис, насчет персональных... Я просто хочу узнать, кто хотел бы выступить, чтобы мы сориентировались во времени. Есть желающие, вот мы сейчас выслушаем, и кто хочет задать вопросы, и кто хочет просто выступить, кто хочет выступить, поднимите руки, чтобы мы поняли так, раз, вы хотите, да? Два человека хочет выступить. Так, значит, ну можно я отвечу на тот вопрос, да, конечно, который уже был задан, конечно, да, про персональные документы. Значит, действительно, вот это есть проблема, потому что ни одного документа архивного, ни одного листка, где написано, вот я Станислава Корнковского расстрелять, его нету, не существует. Потому что уничтожены учетные дела военнопленных, уничтожены протоколы тройки, где это было. Значит, из-за того, что они уничтожены, сохранившиеся документы приходится рассматривать не каждый по отдельности, каждую по отдельности страничку. Потому что если каждую по отдельности страничку, то вот, как я сказал, нету такого-то расстреляния. А в совокупности. И по нашему глубокому убеждению, эта совокупность сохранившихся документов дает возможность принять персональное решение по каждому из них. Персональное. Что это за совокупность? Значит, вот я уже сказал, записка Вере 40-го года, инициирующая постановление Политбюро, плюс постановление Политбюро, где только категория указана, кого расстреливать. Но зато есть политический мотив зафиксирован, как закоренелых, неисправимых врагов советской власти. Это есть документ. Дальше, записка Шелепина Хрущева 59-го года, которая позволяет вот эту категорию, которая в 40-м году в постановлении без персоналей, эту категорию уточнить, сузить, что вот это военнопленные Старобельского, Осташковского лагеря, Козельского, в частности, те, кто найдены в Катыни. Так, это второе необходимое совершенно звено. И третье звено, это те самые списки предписания об отправке в распоряжение УНКВД. Эти списки сохранились, они лежали не там, не в КГБ они лежали в другом архиве, и они сохранились. К сожалению, они сохранились только для Осташковского и Козельского лагеря. Для Старобельского этих предписаний нету, но вместо предписаний для Старобельского есть некоторый общий список всех умерших. Так, это третье звено. Вот здесь появляются фамилии, здесь появляются персонали об отправке в распоряжение. А дальше, следующее совершенно необходимое звено, это результаты немецкой эксгумации 43-го года, о которой вот в фильме, в частности, упоминалось. Это единственная эксгумация, которая была проведена в местах захоронения жертв вот той операции, которая была проведена практически полностью. Почему, значит, я не говорю 100%, это, так сказать, деталь дальнейшего порядка, если будет вопрос, расскажу. Но практически полностью. Были установлены, тогда были извлечены останки 4200 человек, тогда немцами в 43-м году. Из них 2700 были опознаны по фамилии и опубликованы немцами тогда же, в 43-м году. Практически, почти все эти опознанные, вот 2700, почти все они значатся в списках предписаний НКВД об отправке из Козельского лагеря в распоряжение начальника УНКВД Смоленской области. И вот это, причем, значит, не просто значатся почти все, а в значительной степени последовательность этих фамилий
последовательность того, как немцы их выкапывали из ямы, вынимали вот из этих ям, и записывали в этой последовательности, совпадает с последовательностью в этих списках предписаний. И это позволяет утверждать, что, значит, вот эти списки предписания из Козельского лагеря в Смоленск, в НКВД. Там 4421 человек. Из них 2700 совпадают с опознанными немцами. И это позволяет утверждать, что эти списки предписания, это есть предписание на расстрел. Значит, немцы опознали не всех. Почему? Вопрос. Они были русские. Сейчас, минуточку, про русских там это отдельный вопрос. И отдельные ямы, которые, значит, в стороне. Это не те же самые ямы. Ямы. Значит, немцы опознали не всех, потому что не у всех в карманах нашлись документы. Немцы опознавали на основании писем, удостоверений, медальонов воинских, которые на трупах были, как, что, так сказать, вызывает изумление, но это факт. Но были не у всех. Обыски были перед расстрелом, действительно были, но были поверхностные обыски. Вот про это хочу сказать, что вот сценарий фильма и сюжет, он как бы его стержневой элемент, это вот тот самый дневник, который ведет вот офицер, тот самый Анджей, почти до самого расстрела. Вот он его довел, вот что вот, значит, нас привезли в лес, похоже, что это какая-то такая дачная, значит, какое-то дачное место, вот у нас вот забрали ремень, и вот он, а дневник не забрали, он в нем записывает, что еще вот такое-то время. Так вот, значит, эти дневники, это не есть придумка сценариста или режиссера Вайды. Реально в ходе этой эксгумации 43-го года, среди различных документов, которые найдены в карманах у этих трупов, они тогда еще были сохранившиеся трупы, в ходе этой эксгумации были найдены 22 дневника. Один из них действительно доведен вот до момента, который предшествовал расстрелу. Ну, по-видимому, автор дневника еще, когда записывал последнее слово, там эти там, не помню точно время, а там 6 часов 30 минут по польскому времени, он не знал, что, значит, там через полчаса его расстреляют. Но это реальные дневники. И это реальные дневники, тот, который здесь цитировался, это цитата из того реального дневника, принадлежавшего майору Сольскому. Известно, так сказать, кто. Это совершенно реальная вещь. Но значит, для 60 с лишним процентов удалось найти эти документы. На них-то обрывки газет, все документы, самая поздняя дата, которая на этих документах, это действительно апрель, ну вот там начало мая 40-го года, расстрел был вот в апреле-мае. Вот что касается, значит... Те 10, кто подавал в суд, они не входили в число тех, кто был опознан? Нет, входили. И те 10, которых вот Ставицкая с Карпинским, из них Катынских там только 3 человека из Катыни, так? Вот я сказал, что полная эксгумация была только в Катыни. Значит, была еще эксгумация в Медном, была эксгумация в Калькове. Эти две эксгумации были проведены уже не немцами, а в 91-м году нашей же главной военной прокуратурой, той самой. Это были частичные эксгумации, в ходе них тоже удалось, значит, установить личности, но гораздо меньшего числа человек, потому что те эксгумации в 91-м году вообще не ставили перед собой целью исследовать полностью все захоронение. Там была цель подтвердить, что вот здесь лежат расстрелянные военнопленные из Осташковского лагеря, вот этот факт установить в процессуальном порядке. А вот в Харькове лежат расстрелянные военнопленные из Старобельского лагеря. При этом в Харькове они определили личности как 6 человек. И в Медном, значит, вот ГВП утверждает, что они установили личности 16 человек. Так вот, значит... Парадокс в том, что сейчас вот на этих судах, вот у меня вот последний суд был ровно неделю назад, сегодня среда, да? Ну вот в среду и четверг на прошлой неделе по этому вопросу. Значит, мы в частности подали на реабилитацию человека, который был установлен самой ГВП в 91-м году, его личность, Марчин Смелевский и еще...